В общем, мощное доказательство того, что я очень тупой. Я пошел в аптеку купить миртазопин. Мне отец перевел по карточке 1800 рублей. Он стоит 1806 или 1800 с чем-то. Но там списалось 60 рублей за... Короче, просто автоматически там каждый месяц списывается за вот это, за пользование Сбербанк онлайн. И у меня было пару-тройку сотен наличными, и $1700, я так и сказал, у меня на карточке. Она сказала, что у них нет комбинированной оплаты сейчас. Я подумал, что через какое-то время появится. И затем, когда... Затем через какое-то время я снова пришел, и она сказала, что нету, как бы... Я так сказал, а, вообще нету. Она сказала, либо пополните карту, либо... Второй вариант — это снимите деньги. И только сейчас я понял, что это не причина. Причина не в том, что здесь провинциальная аптека, и она, у них нельзя комбинированную оплату сделать, а в том, что я не додумался. Пойти и пополнить карту пару-тройку сотками или снять деньги. Вот в чем моя тупость. Вот одна из... А так вообще по жизни я очень тупой и вообще идиот. Наподобие Льва Николаевича Мышкина, только он чистый и возвышенный душою. И еще Жека, безработный чел такой, 49 лет, он говорил, ему сигареты постоянно спрашивают, просит. А я даю ему сигареты, вот прям как Лев Николаевич Мышкин, но я не могу ему отказать. Я не могу сказать нет. Если у меня есть сигареты и меня спрашивают, я даю. Если там он говорит, да, еще две там, я даю, ну, потому что он там продяжничает. В этом мы с Львом Николаевичем Мышкиным, ну, персонажем произведения «Идиот» Достоевского, мы очень похожи. Он тоже не мог отказать тем, кто... тем нигилистам, которые пришли к нему деньги у него требовать незаконно. Или как-то просить у него. Ну, они там, кто просил, кто требовал по ошибке. Кто по ошибке, кто как. И он чувствовал себя виноватым перед ними. На что Аглая или кто там возмущалась и говорила, прогони ты их уже. В этом мы с ним очень похожи.